You're absolutely getting, yeah. Yes, so we can start. Okay, should we start the class or we should do kirtan because it's late now? What should we do? It's up to you. Let's just start. I just rushing. Do we have a topic or are there questions? I wasn't clear. Still, Mataji ladies have questions. Okay. Uh-huh. So today we will continue questions on the topic of Grihastha-ashram. Mm-hmm. Okay. Вот Mataji Lena, может быть, вы начнете и зададите свой вопрос. Hare Krishna, мои поклоны, пожалуйста, примите, преданные. Я надеюсь, меня слышно. Я зачитаю свой вопрос. Вот я мама, и у меня сын есть, вот вы его видите, ему 2 года. И Санкашин Тапрабху, я могу, да, подольше чуть-чуть говорить? Ну, не сильно долго, это же перевести надо. Ага, да. И вот у меня нет возможности ходить было на живые программы. А сейчас все программы онлайн, но все равно есть сложности другого рода. Ага. А вы целиком задайте, я все сразу переведу. Хорошо. И когда все программы перешли в онлайн, я, казалось бы, обрадовалась, но ребенок все равно ревнует меня к телефону и к моему общению. Есть такая сложность теперь. И видно, что он требует много моего внимания, он страдает, когда его не получает. Но также страдаю я, когда у меня нет общения, мало его. И, конечно, я не совсем могу внимательно слушать с ребенком, но все равно что-то я могу услышать. И я... Но старшие преданные некоторые мне сказали, что это нехорошо так делать, потому что ребенок страдает, и нужно ставить во главу угла его потребности. Иначе у него будут такие самскары, что... Кришна лишает, у него маму забирает. Вот. Я вот хочу понять, что же мне делать, при том, что у меня вот папа, наш муж, он работает. Да, спасибо, Mataji Lena, за прекрасный вопрос. Перевожу. So, Mataji Lena is asking, she has a son 2 years old. And, I see, I can see him. Yes, and her husband, he is not practicing devotee, and he works a lot, so he cannot help her much with their son. And Mataji has difficulty because she wants to attend programs offline and now mostly online. But when she attends programs, she cannot pay enough attention to her child. Yes. And it seems that child is little jealous because he is lacking attention. Yes. And senior devotees tell her that she should put your child on the first, make him the first priority. Otherwise, son will have samskara, but that for my mother, Krishna is more important than me. But yes, also she's suffering if she doesn't have enough devotee association. So yeah, what should she do? That's the right advice, but it's only temporary. Совет правильный дает старшие преданные, но ситуация же временная. Until you have another kid. Временно, пока следующий ребенок у вас не появится. It sometimes even happens when you're a manager. Sometimes you miss classes. Ну, то есть проблема распространенная, даже когда человек просто менеджер, менеджментом занимается, тоже иногда он лекции пропускает. You have to accept it as part of the service. И такие пропуски лекций надо принять как часть служения. And of course, you can hear the classes later, right? Конечно, можно лекции позже послушать, правильно ведь? They're recorded, right? Их же записывают. So that's... It's, I was once a temple president, and I didn't like being president. And I had a hard time because I couldn't accept it. Когда-то я был президентом храма, и мне тяжело было быть президентом храма. Мне не нравилось это служение. And I was trying to get out of the service. Я пытался как-то от него избавиться. It's a long story, but something happened and it made it obvious that Krishna wanted me to do that.
Это длинная история, но произошли определенные события, и стало очевидно, что Кришна хочет, чтобы я этим занимался. And when I saw that Krishna wanted me to do it, I became peaceful and I was able to do it. И когда я увидел, что Кришна хочет, чтобы я этим занимался, тогда я успокоился, обрел умиротворение и стал этим заниматься. When you accept this, your son now as your primary service, you'll be more peaceful because you're accepting that in spite of all the inconvenience and lack of sadhana, this is what Krishna wants you to do, then you'll be okay. И также, если вы сейчас примете воспитание сына как свое главное служение, то вы тоже успокоитесь, несмотря даже на недостаток общения и трудности с садханой, вы будете спокойны, видя, что это ваше главное служение. You know, this also happens to brahmacharis. На самом деле, подобные вещи даже из брахмачари происходят. The brahmachari was distributing books, and now he's working all day in some office, and he feels the same way. Брахмачари, который женится, раньше он целыми днями книги распространял, а теперь работает в офисе, и у него такие же чувства. Sankarshanitai, he has that experience a little bit sometimes. Вот у Sankarshanitai тоже такой опыт. Yes? Yes. Yes, it's, we all have that experience. У всех у нас есть подобный опыт. But then once we accept, well, now I'm a grihastha, so this is what, this is the job description, then we can do it. Но когда мы принимаем ситуацию, да, теперь я грехастха, и таковы мои, так сказать, должностные инструкции, ну, тогда мы это делаем. You know, in a sense, the question you're asking is a question you should ask before you have a kid, not after. В каком-то смысле вопрос, который вы сейчас мне задаете, его нужно было задать до того, как ребенка заводить, а не после. Do I want to have a child? Because when I have a child, then it's going to interfere with my sadhana. And we asked that before, but after, you can't really ask it anymore, because... The reality is what it is. Хочу ли я заводить ребенка? Потому что когда у меня появится ребенок, у меня будут трудности с садханой и так далее. Но сейчас, когда ребенок уже есть, этот вопрос уже нет смысла задавать, потому что реальность такая, какая она есть. And a lot of us, you know, we have an ideal of what we want life to be like, but it's not exactly the way our life is like, and it creates this. What's the word I'm looking for, Sankarshan? It creates a Dissonance, it's called. Dissonance, incompatibility. Yes. And thus it creates anxiety. И у многих так бывает какое-то идеальное представление своей жизни, как бы я хотела видеть свою жизнь, но реальность отличается. Из-за этого внутри возникает такой диссонанс, несоответствие между идеалом и реальностью. And it's also created when we look how Krishna conscious we are and we look at how Krishna conscious we should be, you have the same kind of dissonance. И подобный диссонанс мы испытываем, когда мы сравниваем, какими бы мы хотели быть в сознании Кришны, и видим свой актуальный уровень в сознании Кришны. So we all face it in different ways. Поэтому все мы по-разному сталкиваемся с такой проблемой. And Prabhupada always encouraged us, accept the position you're in, and from that position, practice Krishna consciousness. Прабхупада всегда вдохновляла нас принимать положение, в котором мы находимся, и, исходя из этого положения, практиковать сознание Кришны. And what happens to a lot of devotees is that when your children grow up, you'll become more attached to sadhana because of all those years you missed it. И что часто бывает у преданных, когда их дети вырастают, преданные еще более привязаны становятся к садхане, потому что многие годы, пока дети росли, преданные упускали садхану. And you may appreciate sadhana more. И, вы, может быть, вы больше будете ценить садхану. And I think the other thing to realize is that for most women, having children is important. Еще важно понять, что для большинства женщин важно, чтобы у них были дети. So if you didn't have any children, you might have more sadhana, but there may be a side of you that feels incomplete because you want to have children. So if you recognize that, it's easier to accept. И если у вас не будет детей, то у вас может быть лучше садхана, но в то же самое время какая-то часть вашей личности будет чувствовать неполноту, незавершенность. И вот понимание этого факта, этой потребности, делает для нас легче возможность принять эту ситуацию. Like the brahmachari who's in the office. Например, брахмачари, который работает в офисе. And he thinks, no, but being married is what I need, it's good for me, it's stabilizing. So that's the way he deals with it. Но когда он вспоминает, что семейная жизнь – это хорошо для меня, это полезно, она меня стабилизирует, и тогда ему легче принять эту ситуацию. Does that make sense? Как это откликается, помогает вам?
So it's accepting the reality and doing your duty responsibly, and then listening to classes when your son's sleeping, listening to the recordings. Надо принимать реальность, выполнять ответственность свои обязанности и, ну, например, слушать лекции, когда сын ваш спит, или записи слушать. You know, I always used to think that if your children want your attention and you're chanting japa and you say, I can't deal with you now, I'm chanting japa, they could come to dislike japa. I think, you know, they'll have this memory, japa was the thing that got in the way between me and my mother or me and my father, and they have a very negative idea towards japa. So we need to be sensitive to these possibilities. Приходит такая мысль, что если мама читает джапу, когда ребенок нуждает свое внимание, это может создать такую самскару ребенка, что джапа забирает у меня маму, и негативная самскара у него будет. Надо об этом помнить. And you know, children are very impressionable. И дети, они же очень впечатлительные. And they could interpret things in many ways that are unhealthy. И они могут по-разному интерпретировать события и подчас каким-то нездоровым образом интерпретировать. So from your side, you're just trying to get your rounds done, and from his side, he's feeling, oh, my mother doesn't value me, and that could affect him when he's older. То есть вы просто пытаетесь как-то круги свои вычитать, а со стороны ребенка это выглядит так, что моя мама пренебрегает мной, и это может повлиять на его развитие, когда он вырастет. You know what they say? For the first 6 years of a person's life, they're in a hypnotic state, so everything affects them subconsciously. It gets programmed in for the first 6 years, everything that happens. Знаете, как говорят, что первые 6 лет жизни ребенка, они буквально в таком состоянии, подверженном гипнозу, и все воспринимают, что с ними происходит, и это формирует всю их личность. So we have to be careful. Поэтому нужно быть осторожным в этом плане. You know, I read something interesting that you may not know. Я интересную одну вещь прочитал, может быть, вы об этом не знаете. When Prabhupada started a school, he was encouraging that the parents send their children when they're 5 years old. Когда Прабхупада начал устраивать школы, он вдохновлял преданных посылать туда своих детей, когда им исполняется 5 лет. But that didn't always work out well because they were so young and they weren't taken care of well by the teachers always and the ashram leaders. Но в итоге не всегда все это хорошо получалось, и поэтому иногда о детях не очень хорошо заботились лидеры ашрамов или школ. So then he said, you know, the parents should decide whether they think that's going to be good for the child or not. И тогда Прабхупада сказал, что родители должны сами решить, полезно ли это будет для их ребенка или нет. So it's like a few years of sacrifice on your part could make a huge difference in his life. Psychologically, that, you know, he grew up being taken care of and loved, and he'll feel that way when he's older. И получается, что ваша жертва в течение нескольких лет ради ребенка может многое изменить в его жизни, в его психологическом восприятии, когда он вырастет. And if he grows up with this problem that, oh, my mother never loved me, and he has problems with other people and relationships, you're going to feel really bad that you neglected him. И если он вырастает с таким ощущением, что моя мама не любит меня, у нее есть более важные занятия, то это может оставить отпечаток на его психике, когда он вырастет. And one day, when he's older, и однажды, когда ребенок вырастет, и уже будет взрослый, независимый от вас, you won't have to worry about him. Вот тогда уже вам не надо будет беспокоиться о нем, он сам уже о себе позаботится. So now you kind of, you know, when he's young, he's like, give me time. And then when they get older, you never see them, you know, you want them to come and spend more time. When they're older, they don't even want to deal with you. So it's kind of it's opposite, and desires will be opposite. И интересно происходит, что сейчас вы ждете, вам хочется свободного времени, да, как-то освободиться от ребенка, а потом зачастую дети вырастают, и родителям хочется, чтобы дети уделяли им внимание, время проводили, а у ребенка уже другие интересы. Вот так вот все меняется и противоположным образом бывает. Yes. Okay. Thank you for the question. It's a good question and an important topic. Спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос и важная тема.
Матаджи Марина, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Хари Кришна. How many questions do you have? Простите, у меня свет выключился. Спасибо за возможность задать вопрос. У меня их два. Можно задавать до Санкашанта Прабу? Да, да. Ага, сейчас, секундочку. Я долгое время не уделяла вниманию вопросу замужества и отношениям мужчины и женщины. Этот вопрос мною игнорировался, и я думала, что так сойдет, как бы так пройду я свою жизнь. Вот. И сейчас, когда я в отношениях, получается, что приходится все нагонять. И это одна из главных тем, вообще, о которой я думаю в течение дня, потому что каждый шаг приходится обдумывать. Вот. И мне кажется порой, что Кришна вообще в этой жизни уже нету в моем дне. И это же не прямые анги служения, я расстраиваюсь. И вот как внести Кришну в свой день, когда приходится нагонять? Вот как Лена сейчас в материнство, например, погружается, а я в замужество. Да, спасибо. For a long time I was neglecting family relationships. This side of my life, I was neglecting it, and I was hoping that somehow it will work out. And now, when I started relationships and relationships are just developing, I have to put a lot of attention to it. And I have always think what I do because I am not so expert in it. And I have to absorb myself in these relationships. And I feel that Krishna is lacking in my life because I'm absorbed in this sphere, like Lena is absorbed in her child and I'm absorbed in these relationships. So how with her, to with her mother and Krishna? Father? No, she started relationships with a man. Oh, yeah. Uh-huh. Yes. So how to bring Krishna to this relationship? So he's a devotee? No. Oh, future devotee, future devotee. She's making him a devotee. Well, you want to have a partner who can appreciate Krishna consciousness and a partner who likes talking about Krishna consciousness, ideally. В идеале желательно, чтобы партнер он любил Кришну или чтобы ему нравилось говорить о сознании Кришны. Because the main relationship you have with a partner is talking. Потому что главное отношение в семейной жизни с партнером, так сказать, с мужем или женой, основано на общении, на разговоре. Isn't it? Не так ли? The main thing, so you want to be able to talk. То есть, чтобы можно было поговорить. About what's important, and you want them to be able to reciprocate, understand and reciprocate. Чтобы поговорить можно было о том, что важно, и человек вас понял и как-то ответил взаимностью. So relationship won't be very pleasing if you can't talk about what's important. И если у вас нет возможности поговорить о важных вещах, то отношения будут не особо приятными. So to be able to talk about something you read or heard, discuss it, that should be the basis of at least an important part of the relationship. Чтобы можно было поговорить о том, что вы прочитали, услышали, как-то обсудить это должно быть, важной, значимой частью отношений. So that's how you, but it's true, it takes time and energy when you have a relationship. Но, естественно, когда вы создаете отношения, нужно, они требуют времени и энергии. And it's also true, if you neglect it, it usually gets worse. И также есть такой момент, что если вы пренебрегаете отношениями, то обычно они ухудшаются. Kind of like the body or a car, you can't neglect it that long before it starts getting worse. Так же, как с машиной или с телом. Если вы будете ими пренебрегать, то они будут, их состояние будет ухудшаться. My experience is it's like your relationship, it's almost like it starts new every day. And every day you have to feed it. That's my experience. Can't neglect it even one day. Мой опыт таков, что отношения, они, можно так сказать, каждый день начинаются заново, с нуля. И каждый день нужно в них вкладываться, подпитывать. Даже один день нельзя пренебрегать отношениями.
Because relationships are dynamic. They need to be nourished all the time. Потому что отношения динамичные, они все время нуждаются в подпитке. There's a saying. It takes 30 years to build your reputation and 30 seconds to destroy it. Есть такое выражение, чтобы выстроить свою репутацию, создать ее, нужно 30 лет, а чтобы разрушить ее, надо 30 секунд. So in relationships it's very easy to do or say the wrong thing and to disturb the relationship, even though the relationship may have been built up for decades. И в отношениях тоже очень легко сделать что-то неправильно и повредить отношениям, даже если эти отношения строились десятилетиями. It's also, I think it's difficult also because if you haven't had a close relationship in a long time, your actions only affect you, but when you have a relationship, your actions now affect another person. And sometimes we forget that. Еще есть такой момент, если у человека долгое время не было таких отношений, то он привык к тому, что мои действия, они отражаются только на мне. Но в отношениях мои действия отражаются и на другом человеке. И иногда мы об этом забываем. You know, a relationship is kind of like eating. Отношения подобны приему пищи. Sometimes I think life would be so much easier if we didn't have to eat. Иногда я думаю, что жизнь была бы намного проще, если бы не было бы необходимости кушать. You wouldn't have to shop, you wouldn't have to cook, you wouldn't have to wash pots, you wouldn't have to wash dishes, you wouldn't have to use the toilet. It would actually be easier if we didn't have to eat. Тогда не надо было бы ни в магазин ходить, ни готовить, ни мыть кастрюли, ни мыть тарелки, ни в туалет ходить. Намного легче было бы, если бы не надо было бы кушать. But that's not possible. Но это невозможно. So when you look at the difficulties in establishing a relationship, you have to realize, but I need relationship. So I have to shop, cook, clean, eat, and evacuate. That's just part of what I have to do. So you have the equivalent of those things in relationships. Поэтому, когда вы думаете о тех трудностях, которые нужно преодолевать в построении отношений, то надо понимать, что мне это нужно. Поэтому мне нужно ходить в магазин, готовить, мыть кастрюли, мыть тарелки, ходить в туалет. И вот в отношениях то же самое. Your option is not to eat. That's what you want. Есть другой вариант. Можно не есть. You have to decide if you want to fast your whole life. Some people would prefer to fast their whole life. Некоторые люди предпочитают всю жизнь поститься. But I think some people prefer to fast because they actually don't know how to have relationships, not because they don't want them. Но я думаю, некоторые люди предпочитают поститься, в смысле не строить отношения, не потому, что они не хотят отношений, а потому, что они не умеют их строить. We're seeing from COVID and being locked down how important relationships are. Сейчас, в эту эпоху COVID и изоляции, мы видим, насколько важны отношения для людей. Even for introverts. After, даже для интровертов. Three or four months of COVID, even the introverts are like, I have to see somebody, I have to talk to somebody. За 3-4 месяца карантина даже интроверты говорят, но мне надо с кем-то увидеться, с кем-то поговорить. So, I think this is similar to the answer, the first answer I gave. When you realize you need something, then you accept what you have to do to make that work. Я думаю, ответ похож на ответ на первый вопрос. Когда вы понимаете, что вы в чем-то реально нуждаетесь, тогда легче принять, что вам нужно вкладываться в это. If you buy a car, you have to maintain it. Если вы покупаете машину, вам надо о ней заботиться и поддерживать. So before you buy it, you understand this is to get the convenience of the car, I have to do certain things to maintain it. И прежде чем купить машину, вы понимаете, что для того, чтобы у меня были эти возможности иметь собственный автомобиль, мне надо принять определенные неудобства, заботы об этой машине. So if you want to eat, you have to cook. Итак, если вы хотите кушать, надо готовить. Maybe that should be the name of this class. Может быть, так и надо назвать эту лекцию. You see, a lot of people want to eat, but they don't want to cook. Многие люди любят кушать, но не любят готовить. Because we could reword your question and say, you know, I like having relationships, but they're complicated and they take work. So that part I don't want to feed the chicken. I don't want to feed the hen, I just want to get the eggs. Поэтому можно переформулировать ваш вопрос, что мне хочется отношений, но
трудно в них вкладываться, да, это как я хочу половину курицы, которая дает яйца, не хочу другую половину, которую надо кормить. You know the story, the goose who laid the golden eggs? Знаете историю курицы, которая несла золотые яйца? The goose is laying golden eggs, and the owner of the goose thinks, well, you know, let's just cut off his head, and we'll just get the eggs, but we won't have to feed him. И хозяин этой курицы подумал, ну, отрежем-ка я ей голову, чтобы не надо было ее кормить, а только яйца золотые можно было получать. Doesn't work like that. Так это не работает. But I would say from experience that if you learn how to have a good relationship, it'll be very good for you. Но на основе моего... For all of us. Я могу сказать, что если научиться, как правильно строить отношения, это будет хорошо для вас и для всех нас. Because to have a good relationship, you have to compromise, you have to be selfless, you have to do some things you don't like, and this all builds strength and character. Чтобы строить хорошие отношения, нужно идти на жертву, нужно делать то, на компромисс идти, делать то, чего нам не хочется делать, и это все улучшает наш характер. That's good. You become more tolerant. Все это хорошо, мы становимся более терпеливыми. You know, a lot of times when I travel, I undergo conveniences, but I'm used to it because I'm married, and it's, you know, the married life is different than sannyas life. So sometimes the sannyasis, they'll have a harder time dealing with those inconveniences. I'm more used to it. So, you know, that's good. It's helping me become tolerant. И когда я путешествую, я часто сталкиваюсь с какими-то неудобствами в ходе путешествия, но я легко их переношу, потому что я привык к ним в семейной жизни. Иногда для саньяси труднее переносить эти неудобства, чем для семейного человека, который к ним уже привык в семейной жизни. I have an office, which is about 50 yards from the house. So sometimes I go up to the house for lunch, and guess what? There's no lunch. У меня здесь офис, который находится в нескольких десятках метров от моего дома. И иногда я прихожу домой, чтобы пообедать. И знаете, что бывает? Я прихожу, а обеда нету. That happens sometimes. That's just normal. Бывает такое, но это нормально. And then my wife says, oh, I'm sorry I didn't cook, but there's bread, there's tomatoes, there's avocados, there's corn chips. So then I cut the avocado, you know, so that's my lunch. It's part of being grihastha, so you get used to these things, so it's good. Жена говорит, извини, я вот не успела приготовить, но есть хлеб, есть помидоры, есть авокадо, есть там кукурузные чипсы. Я тогда режу авокадо, беру хлеб и кушаю. И я уже привык к этому. If I'm ever at your house, Marina, and I get hungry, and I say, what's to eat? And you say, nothing. Then I'll say, do you have any bread? Do you have any tomatoes? Do you have any avocados? And you'll say, yes. I go, okay. And you'll say, oh, I feel so bad I didn't cook. I say, no problem. I'll eat avocado sandwich. I'm used to it. So that's good. Поэтому, если вдруг я когда-нибудь приду к вам домой и спрошу, а есть что-нибудь поесть, вы скажете, прошу прощения, ничего нету, есть только вот хлеб, авокадо, помидоры. Я скажу, все нормально. Вы скажете, ну мне так неудобно, что ничем не могу накормить. Я скажу, да я привык, все в порядке. This is a true story. И вот реальная история из жизни. And one day the only thing that was left was two pieces of the end of the bread, and they were very small, like this. You know, end pieces? Yes. И вот однажды единственное, что осталось у нас дома, это две горбушки хлеба, и они обе были очень тоненькие. And a rotten avocado. И уже старое подгнивающее авокадо. And no tomatoes. И не было помидоров. And no corn chips. И никаких чипсов кукурузных не было. That's what Krishna gave me, so that's what I ate. Это то, что Кришна дал мне, поэтому я это поел. That's just, you know, part of being a grihastha. Это часть жизни грихасхи. So it's good. You learn tolerance, compromise. И это хорошо. Так мы учимся терпению, учимся идти на компромисс. Humility. Your partner will tell you what's wrong with you. Учимся смирению. Ваш партнер будет говорить вам, что у вас не так. There may be no one in the universe who'll tell you what's wrong with you, but your husband will. Во всей вселенной может быть ни одного человека, кто скажет вам, что с вами не так. Но ваш муж обязательно скажет вам, или жена скажет вам.
You ask any man, has your wife ever told you what's wrong with you? They'll say, yeah, all the time. Спросите любого мужчину, а вам жена когда-нибудь говорила, что у вас не так, какие у вас проблемы? И вам любой мужчина скажет, да, постоянно говорит. And most of the time, it's just, they're just trying to help him. They're not finding fault. И в большинстве случаев жены просто пытаются помочь ему, не то, что они недостатки выискивают. Is that true, Sankarshan Nitai? Yes, yes, but my wife is exceptional. She speaks very rare and she cooks perfectly every day. So after hearing you, I appreciated her. Oh, you have better marriage karma than I have. I Я сказал, да, мне жена, но мне жена очень редко говорит такое и готовит всегда идеально каждый день. My wife is, she used to cook all the time, but then she developed her marriage counseling business, so she gets very busy. So I'm happy, I say, you know, it's fine. If you're working, then I understand. Then I'm happy to eat sandwiches. I actually like them, actually. But Махатпрабху сказал, что у меня лучше карма в семейной жизни, чем у него. Но он добавил, что у него жена тоже всегда готовила, но сейчас, когда она занимается консультированием по семейным вопросам, часто она занята, и я нормально принимаю. Я говорю, ну хорошо, раз ты занята, ты работаешь, то не проблема, я поем то, что есть. So Kriste says, isn't it better to be a grihastha than a sannyasi, because you get to work on yourself? И вопрос в чате задают, а что, может быть, тогда лучше быть грихаской, чем саньяси, потому что над собой придется работать. Some man cannot live with a woman. It's not possible. Нет, есть мужчины, которые просто не могут жить с женщиной, для них это невозможно. If you look at their astrology, you'll see they have this karma for sannyas. It's the best ashram. But for most men, yeah, marriage is better. И если посмотреть их гороскоп, то там видно, что им по карме просто предписано саньяса, они не подходят для семейной жизни. Но для большинства мужчин, конечно, лучше семейная жизнь. And generally for women it's better, although Prabhupada didn't force anybody to get married. И обычно для женщин тоже семейная жизнь лучше, хотя Прабхупада никому не навязывал ее. Okay, hope that answers your question. Надеюсь, я ответил на ваш Vijay вопрос. Krishna has a question. Vijay Krishna задает вопрос. Guru Maharaj, I thought that this class is specifically designed for the devotees from the Sankarshan Nitai Prabhu's team. So, and we can't spend time on others. I'm sorry. Can we just finish the questions of the ladies from his group? And if we have time, then we will discuss other questions. Is that okay? Yeah, unless I can answer the question in 30 seconds. All right, because I think that we have so many questions from his group. We'll save the other questions for another class. Yes, Maharaj. Can you note down the questions we don't answer and then we'll save them? Yeah, if they write in the chat, I will save the chat. Write your question in the chat if you're not part of this. This is a special group. Of course, we invited everyone. And then we'll get to them later in the class or in another class. Okay. Yes. Thank you, Maharaj. I'm sorry. Спасибо, Матаджи Надия. Такой разум у вас. Спасибо. И английский очень хороший. Тогда, Матаджи Марина, пожалуйста, задавайте второй вопрос. Спасибо. А можно я уточню по первому? Гуру Махарадж, правильно ли я поняла, вы сказали, что можно с ним разговаривать про то, что мне интересно. То есть вот так вот, например, я могу рассказывать про Кришну. I would like to clarify, if I understood you correctly, you said that I should talk to him, to my partner, about Krishna. Is it correct? And about, you know, the philosophy and about things. Discuss, not talk, discuss. Да, не просто рассказывать ему, а обсуждать философию также. How you see the world through the eyes of Krishna consciousness, those kinds of discussions. Обсуждать взгляд на мир с точки зрения сознания Кришны, вот такие вещи. You know, not only that, but that's an important part of the relationship. Конечно, не только такие разговоры, но такие разговоры это важная часть отношений. А как реагировать, если иногда он знает все про сознание Кришны, и он разделяет это, но иногда он не согласен? И это как-то яро
как-то на это реагирует. И мне кажется, что это я опасаюсь вайшнава апарадхи. И тогда думаю, может вообще ничего не говорить в каких-то случаях. He knows about Krishna, knows basics of philosophy, but often he doesn't agree with it, and he is a little bit disapproving. And I am concerned talking to him because I'm concerned about him making Vaishnava aparat. That's an important concern. Ну да, это важный момент. Хорошо, что вы об этом беспокоитесь. Which could be problematic in the future. Потому что это может создать проблемы в будущем. So, you know, it has to be discussed. Нужно обсуждать эти вещи. If that's important for you. Если для вас это важно. А можно тогда я буду смотреть «Мудрость дня» и потом с ним обсуждать? What do you think? Can I watch Everyday Wisdom, your clips, and discuss it with him? Yeah, if he's willing. Да, если он захочет. Ask him. Спросить его. Uh-huh. Спасибо, Гуру Махарадж. Я счастлива. Let me know what he says. Потом скажите мне, что он скажет. And if he doesn't agree, I'll give you something you can tell him. Maybe he'll agree with me. И если он не согласится, то, может быть, я подскажу вам, что можно ему сказать, может быть, он с этим согласится. Sometimes people who are most against Krishna become the ones later on who are most surrendered. Иногда бывает так, что те, кто больше всего были против Кришны, потом они очень предаются и становятся самыми искренними преданными. The temple president of one of our temples 30 years ago took the devotees to court for disturbing the peace because of their mangal artis. Президент одного из наших храмов 30 лет назад подал на суд преданных из-за того, что они беспокоят людей мангаларати проводя. So sometimes an aversion becomes attraction later on. И иногда вот такая неприязнь в будущем превращается в привлеченность. Okay. Next question. Следующий вопрос. Ну, Матша Марина, если у вас актуален для всех вопрос, задайте его. А, Матша Марина, окей, отключилась, да? Тогда Матша Туласи, пожалуйста. Спасибо большое, Санкаршан Дварв, я все, да. Ага, хорошо, спасибо. Thank you very much, Гуру Махарадж. What did she say? She thanked you. Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Ваша божественная милость. Please accept my humble obeisances, your divine grace. Who's speaking? Матаджи Туласи. Харе Кришна. Okay. У меня вопрос о том, как же не помочь мужу преодолеть кризис. Мой муж 18 лет назад был отстранен от руководства ятрой, и в этот момент он был на взлете своих планов, он хотел строить храм, но так сложились обстоятельства, и я отчасти в том причастна, что его отстранили. И он очень болезненно до сих пор это переживает, и он очень корректен в отношениях с преданными, но чувствуется его большая внутренняя боль. Вот что я могу сделать для него? Да. Как перевести «отстранили»? Может быть, подскажете кто-то, Матаджа? My husband was very serious devotee and he was leader, but he had great plans of building a temple. But 18 years ago he was dismissed from the position of the leader by authorities. And it traumatized him, and because of that, he left Devotee Association. So how can I help him? How can I support him, inspire him? What aspect of him was traumatized? Ну, я сказал, что он как бы был травмирован этим, да, и His sense of self-worth was traumatized, or his relationships were traumatized. И Махатма Прабху спрашивает, в чем была эта травма? Его самооценка пострадала или отношения пострадали? Что именно с ним произошло?
Да, он считает, что его не оценили, что он хотел для преданных сделать многое, но его не оценили. Yes, he thinks that he was not appreciated. He wanted to do a lot for devotees, but he was not properly treated. I would say that the specific way that he was hurt is the specific area you can help him, you should try to help him heal. Я бы сказал так, что вот как раз вот эта область, в которой он был ранен, вот именно в этой области вы можете попробовать помочь ему исцелить его. So maybe he has to learn how to, you know, be steady in what he's doing, even if he's not appreciated. Or maybe he has to learn to appreciate himself, or maybe to accept, maybe this is something to learn from this, or Krishna has another plan for him. Some alternative way of thinking, so he doesn't allow that need for appreciation to harm him. Может быть, ему надо научиться как-то изменить свое мышление, чтобы эта потребность в том, чтобы его ценили, чтобы она, ну, не вредила ему. То есть, может быть, ему надо как-то самому себя оценить или по-другому пересмотреть, научиться действовать, даже если его не ценят. What is a good meditation for him and for all of us? Вот хорошая медитация для него и для всех нас. Is when we get upset, we ask ourselves a question: Is there a different way I could respond to this? So that's a question you could ask him. Could have there been another way to respond? То есть, когда что-то происходит не так, как нам хотелось бы, мы можем задать себе вопрос. А можно было бы как-то по-другому, лучше на это отреагировать? И вот можно задавать, вы можете ему задавать этот вопрос, а как по-другому можно было бы отреагировать? And maybe even a better question is, what, you know, he put a meaning on what happened, which is I wasn't appreciated. Could it mean something else? Does this mean something different? What else could this mean? И может быть даже лучше вопрос такой, что он приписывает определенное значение тому, что произошло, что его не оценили. А можно ли как-то по-другому это интерпретировать и другой смысл в это вложить? Может быть, это что-то другое значит? And you could think of a lot of things it could mean. И можно многие найти другие смыслы. It could mean maybe I should start a temple, another temple with different devotees. Maybe that's what it means. Может быть, смысл был такой, что нужно другой храм построить с другими преданными. Maybe it means Krishna doesn't want this to happen right now. He wants me to do something else. Может быть, это значит, что Кришна не хотел, чтобы это сейчас произошло, хотел, чтобы я чем-то другим занимался. Maybe it means I should open a temple in a new city. Может быть, это значит, что мне лучше открыть храм в другом городе. Or maybe it means Krishna actually wants me to do a different service. А может быть, это значит, что Кришна хочет, чтобы я выполнял какое-то другое служение. You see, when something difficult happens, we interpret it in a specific way. Когда происходят какие-то трудности, мы интерпретируем их конкретным специфическим образом. And one of the biggest problems I see with people is the way we often interpret it disempowers us, disturbs us, we create problems for ourselves by the way we interpret a situation. И вот одна из самых больших проблем, которые я наблюдаю, это то, как мы интерпретируем определенные ситуации. Мы интерпретируем их так, что это лишает нас сил, это лишает нас энтузиазма, сами наши интерпретации событий. So the way he interpreted the situation ended up making him want to leave the association or distance himself. То есть то, как он проинтерпретировал эту ситуацию, привело его к тому, что он захотел уйти из общества преданных или отстраниться от преданных. So when we ask, what else could this mean, we're saying, is there another story that I could develop about this, which wouldn't push me away from the devotees, but would actually enable me to continue enthusiastically? И мы можем спросить, а какие есть другие значения, как можно по-другому интерпретировать это событие, вложив такую интерпретацию, которая вдохновит меня продолжать общаться с преданными с энтузиазмом. Tulsi, something similar happened to me. Tulsi, нечто подобное со мной произошло. And my story was, Krishna doesn't want me to do this.
That was my story. So I was okay. В моей истории было, я так это проинтерпретировал. Кришна не хочет, чтобы я этим занимался. My story wasn't they don't like me or I'm useless or those weren't my stories. My story was Krishna wants me to do something else. Моя история была такая, что Кришна хочет, чтобы я делал что-то другое. And if I told Sankarshan Nitai my story was the devotees don't love me, he as a counselor, a coach would say, it sounds like you have some kind of need to be appreciated that maybe is a little, that needs some healing. Wouldn't you say that, Sankarshan Nitai? Yes, especially after you told this. И Махатпрабху говорит, если бы я сказал бы Сангаршан Нитаю, что меня преданные не оценили, то он бы мне сказал, похоже, у вас есть какая-то потребность вот в том, чтобы оценили, эту потребность нужно исцелить. So what's so important is when something bad happens, your reaction reveals a lot about something that's going on inside of you. You know, we want to say, well, the problem is this, you know, the way I was treated. But when you look at how you respond, that's actually where the problem lies. And then you can learn about yourself, how you, by the way you're responding, and you can understand, okay, maybe there's a better way to respond. И ваша реакция человека на какую-то ситуацию, она как раз и показывает, где ему надо расти. То есть мы думаем, что проблема в том, как ко мне отнеслись, вот в этом проблема. Но на самом деле, если мы посмотрим на свою реакцию, то мы увидим, вот тут мне как раз надо расти и искать другие способы мышления и реакции. If after this class we find out that the government has closed the temple in Moscow, например, если после этой лекции мы узнаем, что правительство Москвы закрыло храм преданных в Москве, some of you will be angry. Кто-то из вас может разгневаться. Some of you will lock yourself in your room and close the door and won't come out for 24 hours. Кто-то закроется у себя в комнате и не будет выходить 24 часа, будет сидеть и плакать. Some of you will become depressed. Кто-то может впасть в депрессию. Some of you will get in your car and drive to the Kremlin and talk to somebody. You know, you'll all react differently. You still have the Kremlin, or they changed the name? Yes. Yeah. Кто-то сядет в машину, поедет в Кремль и будет там разговаривать. То есть все по-разному отреагируют. Or you'll call someone you know in the government and say, we have to talk about this. Или кто-то может позвонить своим знакомым в правительстве и скажет, ну, нужно поговорить, нужно обсудить. See, so one event and so many reactions. То есть одно и то же событие, и может быть столько разных реакций. And so how we react, it's so valuable as information to ourselves about ourselves. It tells us so much about ourselves, the way we react to situations. И вот то, как мы реагируем на какие-то ситуации, дает нам много ценной информации о нас самих, о том, как мы реагируем. Это очень ценно. So to help someone, we want to look at their reaction and analyze it a little bit and try to help them heal whatever problem they're having that's causing an unhealthy reaction. И чтобы помочь человеку, нам надо увидеть, как он реагирует на какие-то ситуации. И помочь ему увидеть, что надо исцелить какие-то нездоровые, не самые здоровые реакции. And that is totally distinct from the question, was he treated fairly or not? That is a different issue at all, completely. И это совсем другая плоскость, чем просто задаваться вопросом, справедливо с ним обошлись или нет. Это, мы об этом даже вообще не говорим. Let's assume he was treated unfairly, but it's still not an excuse to give. It shouldn't make him want to give up. Давайте предположим, что с ним обошлись несправедливо, но все равно это не оправдание для того, чтобы отдаляться. Prabhupada, I think he wrote in a letter. It was a conversation or a letter. He said the symptom of an advanced devotee is that no matter what happens, he doesn't allow himself to become discouraged. So we want to come to that position. Прабхупада писал в одном письме, что признак продвинутого преданного таков, что бы ни происходило с ним, он не позволяет, чтобы это его лишило энтузиазма. И вот мы все должны стремиться к такому уровню. And then Prabhupada said, I never got any encouragement from my God brothers. И Прабхупада говорил, что я никогда не получал никакого воодушевления от своих духов. But I was never discouraged. Но в то же время, но при этом я никогда не чувствовал себя лишенным энтузиазма. So I think the point is for all of us,
No matter what happens, we have to figure out how not to be discouraged. And there will be discouraging things happening in our lives, no doubt. And happening in ISKCON, no doubt. Для всех нас важно научиться тому, как не терять энтузиазм, что бы ни происходило. Несомненно, что с каждым из нас будет происходить много обескураживающих событий в ISKCON. A lot of you are going to be alive when there's not even one Prabhupada disciple walking on this planet. That's going to be discouraging. But you have to remain encouraged somehow or other. Многие из вас будут жить в те времена, когда на планете не будет ни одного живого ученика Шрилы Прабхупады. Это будет очень обескураживающе, но так или иначе вы должны будете поддерживать свой энтузиазм. So, no matter what happens, we have to figure out how to remain encouraged. Поэтому, что бы ни происходило, мы должны найти способ, как сохранять вдохновение. Now, if you can discuss that with him, then perhaps you can help him. Вы можете обсудить это с ним, и, может быть, это ему поможет. Understand why he allowed himself to become so discouraged that it has impacted him in an unhealthy way. Если он поймет, почему он позволил тому, чтобы он потерять энтузиазм, и как это на него повлияло. I think all of us could have a long list of things that are valid in discouraging us. У многих из нас внутри есть большой список разных причин, которые приводят к тому, что мы теряем вдохновение. You know, I travel and I teach, and devotees, you know, tell me that I've helped you. I mean, that you've helped me. Например, я путешествую, я помогаю преданным, и часто преданные мне говорят, что я им помог. But it's just circumstantial. That it's very rare that the leaders in those countries ever say, "You've helped the devotees." For whatever reason, it just logistically or whatever, I never get that feedback from the leaders. Но при этом очень редко происходит, чтобы лидеры преданных в этой стране поблагодарили меня и сказали, да, вы действительно помогли преданным. Well, я не знаю почему, но практически никогда я таких слов благодарности не слышал. I would say not entirely true, but mostly no. Не то, что вообще никогда, но, как правило, я таких благодарностей не слышу. I mean, you know, I mean the high leaders, like regional secretaries and gurus and GBs, mostly they don't say anything. То есть лидеры высокого уровня, региональные секретари, гуру, GBC, обычно они мне этого не говорят. And I can understand, they may not even know that I came or they're busy. So if I allow that to disturb me, I could be extremely disturbed and just say, I'm not going to preach, I'm not going to that country. You know what I mean? But it's just, I don't allow it to really discourage me. It's not worth being discouraged by anything, ultimately. Я могу понять, что, может быть, они вообще не знают, что я приезжал, или как-то они очень заняты, у них нет времени. Но если я позволю этому расстроиться, позволю себе расстроиться из-за этого, лишиться энтузиазма, меня не ценят, или они не хотят, чтобы я приезжал. Нет, это будет неправильно. В конечном итоге мы ничему не должны позволять лишать нас энтузиазма. I'm not saying that to find fault, but I'm just saying even someone like myself could have reason to be discouraged. But I don't let these things discourage me. То есть я хочу сказать, что даже я могу найти какие-то причины, чтобы утратить энтузиазм. Вдохновение, быть обескураженным, но я не позволяю себе, чтобы это произошло. And the funny thing is, I bet if you went to all those leaders and said, do you appreciate what Mahatma Prabhu is doing? They would say, yes, we do. It's just they never told me. So I could assume they don't appreciate me. That's a story. And then the leaders in ISKCON, they don't appreciate anybody. And then I have this whole story in my head. И знаете, что забавно? Я уверен, что если подойти к этим лидерам и спросить, а вы цените то, что Махатма Прабху делает в вашей области, стране? Они скажут, да, конечно, это очень важно. Но при этом я могу себе целую историю создать, что меня не ценят, меня не любят, лидеры не ценят меня и так далее. Могу накрутить себя. And I can guarantee you, we all have a lot of false, or at least have some false stories in our head about something in our moment. Такие ложные истории, ложные интерпретации. Я уверен, что у каждого из нас есть, по крайней мере, несколько таких ложных историй о том, что происходит в нашем движении. Okay. I hope that helps. Надеюсь, это помогло вам. Sorry, I can't give short answers.
Матаджи Туласи, у вас еще был вопрос? Мы будем в целом больше по грехаскаршему тогда вопросы, да, сейчас прям. Спасибо. Maybe we can have Pandava Priya's question. Ага. А Пандава Прия, Прабу, asked a question. В жизни мужчины бывают моменты, когда очень тяжело справляться с ответственностью, проблемами на работе, в отношениях с женой. И может быть такое, что все описанное происходит одновременно. Наступает период лени, когда хочется уйти и закрыться ото всех. Также падает решимость. Что делать в таких ситуациях мужчине? Может быть, у вас тоже были такие периоды? Что вам помогало? Every man has moments or even periods when it's very hard to carry his responsibility on his job and also in relationships with his wife, when he is, so to say, overwhelmed and when difficulties come simultaneously in different areas. And as a result, sometimes there is desire to just give up and close oneself from any kind of association, isolate oneself, and lack of determination. So what should a man do in such situation? Maybe you also had such periods. What, if so, then what helped you? Talking to other devotees about it? Talking to your friends about it? Поговорить с другими, или что помогает, поговорить с другими преданными об этом, поговорить с друзьями. It happens to me not to that extent. Со мной, да, происходило, но не до такой степени, как здесь описано. I just read more. That's usually my solution. Мне обычно помогает то, что я начинаю больше читать, и это решается. I close the door. Закрываю двери. And I don't come out for about 7 hours, and I just read. И не выхожу около 7 часов, просто сижу и читаю. Because that puts me in a different world. Потому что это переносит меня в другой мир. So the world down here may be bad, but I know there's another world that I can go to where everything is fantastic. То есть мир здесь, более низкий, он может быть плохим, но я понимаю, что есть другой мир. Я могу туда отправиться, это просто фантастический мир. Every year I would go to Mayapur, and for the first week that's what I would do. Каждый год, когда я приезжаю в Майпур, первую неделю я именно это и делаю. Because I would usually end up in Mayapur after months and months of traveling and preaching, and it was very exhausting, and I would go in my room, and I would usually from like 4 a.m. till like 11 a.m. I would just read for like a week. Then I was fine. Обычно я приезжал в Майпур после нескольких месяцев проповеди, очень уставший, истощенный. И что я делал? Я просто в своей комнате читал примерно с 4 утра до 11 утра. И так я делал около недели. И после недели такого чтения со мной было уже все в порядке. But not everyone can do that. So talking about this with some friend is very, very, very helpful. Но не все на это способны. И поэтому обсудить это, поговорить с другом очень-очень полезно. And you can read some letters that Prabhupada wrote about being responsible. That will help also. И также можно почитать письма Прабхупады о ответственности. Это тоже может помочь. And I would also say you can take it as a challenge. И также я бы сказал, что можно принять это как определенный вызов. And look for some strength or strategy within you to be able to deal with it, and that will help you grow. И поискать внутри себя определенную силу, энергию, которая поможет все это преодолеть, и это поможет вам вырасти. You're the head of the family, so you have to be strong. Вы глава семьи, поэтому вы должны быть сильны. And if you become weak, your wife will lose respect for you. А если вы слабеете, то ваша жена утратит уважение к вам. And it creates a very unhealthy environment if a wife loses respect for the husband. И когда жена теряет уважение к мужу, это создает очень нездоровую атмосферу. Those are some things to consider. Вот эти вещи надо принимать во внимание. And you have to have a little bit of a kshatriya spirit in your heart. Sorry? Kshatriya spirit, fight. It will help to develop. You have to have a little bit of kshatriya spirit to fight when things are difficult. Don't give in. Хорошо иметь немножко такой дух кшатрия в сердце и такой огонь, чтобы преодолевать трудности. I can tell you a story.
Могу рассказать историю. I went to South Africa in 1981. It was really difficult there. В 81 году я ездил в Южную Африку, и ситуация там была очень тяжелая. Just a few devotees isolated. Несколько преданных, изолированных друг от друга. Much different than the ISKCON that I knew, that I grew up in. The culture was different there. Это очень сильно отличалось от того ИСККОН, в котором я вырос. Совсем другая культура была. There were lots of problems in the temple I was running, and the standards were kind of low. Я руководил храмом, и там было много проблем, и стандарты были довольно низкие. After about a month, I was like completely, I couldn't, I had a hard time. I said, I wrote to my godbrother who was in charge. I said, I can't, this is so difficult. I can't really do this. И по прошествии месяца я был выжат как лимон, и я написал своему духовному брату, который отвечал за это все, что я, это очень тяжело, я не могу этим заниматься. And he said, read the Prabhupada Lilamrita and read about the struggles that Prabhupada went through. И он сказал, почитай Прабхупад Лиламриту и почитай о тех трудностях, с которыми столкнулся Прабхупада. And that solved the problem. И это решило проблему. Because what Prabhupada went through was 100 times worse than what I was going through. Потому что то, через что прошел Прабхупада, было в 100 раз хуже, чем то, через что проходил я. And then I thought, oh, I'm just complaining. This is nothing compared to what Prabhupada went through. And if he went through that for us, I can go through this for him. Я подумал, я жалуюсь, но это ничто по сравнению с тем, сквозь что прошел Прабхупада. И если он прошел через эти трудности ради нас, то я могу пройти через эти трудности ради него. So, next time you complain that things are difficult, just start reading the Lilamrita. And see, that's what, see what real difficulty looks like. Поэтому в следующий раз, когда у вас возникнет желание посетовать на судьбу, пожаловаться на трудности, прочитайте Лиламриту, и вы увидите, какие настоящие трудности. My life is so difficult. You're not on a boat with no money going to a foreign country. Ой, моя жизнь такая тяжелая, но вы же не плывете на корабле в чужую страну без денег. Вот это реальная трудность. You're not in America right now with no place to live. Вы не находитесь в Америке и в ситуации, когда у вас нет жилья. You're not living with a hippie who steals your typewriter and your manuscripts. Вы не живете с хиппи, который ворует, крадет вашу пишущую машинку и ваши рукописи. Your movement, you're not working with a bunch of hippies who don't know anything about Krishna. Вы не сотрудничаете с горской хиппи, которые ничего не знают о Кришне. Etc. Etc. И так далее, и так далее. So that helped me a lot. Вот это очень помогло мне. Since you're asking how I deal with it, that was very good for me. Раз уж вы спросили, как я преодолевал такие ситуации, то вот что мне помогло. You know, after I had that experience, then I realized, well, you know, we have no really valid reason to be discouraged if we compare ourselves to Prabhupada. И вот после этого я понял, что на самом деле у нас нет действительно объективных причин, чтобы быть обескураженными, если мы сравним наше положение с положением Прабхупады. Okay. Look at this situation, Pandava. И вот посмотрите так на эту ситуацию, Пандава. Бхактисиддханта wants Krishna consciousness spread in the West, and none of his disciples are able to do it. Бхактисиддханта хочет, чтобы сознание Кришны распространилось на Западе, и никто из его учеников не готов это сделать. It's like the whole Gaudiya Math mission was ultimately set up so we could get preachers to the West and establish Krishna consciousness all over the world. That was the thinking of Bhaktisiddhanta. То есть Бхактисиддханта, он был настроен так, что весь Gaudiya Math, он должен быть настроен для того, чтобы отправлять проповедников на Запад. And finally, Prabhupada does it. И в конце концов, Прабхупада это делает. It's like, you know, the culmination of the whole mission. И это определенная кульминация всей миссии. We did it! We did it! He's announcing to his godbrothers, we did it! It's happening! Come over and help it! This is what he wanted. И он говорит своим духовным братьям, да, мы сделали это, наконец-то это происходит. Приезжайте и помогите. Nobody helped him. Но никто ему не помог. There's a chapter in Lilamrita, I think, Alone in the Wilderness. В Лиламриде есть эта глава, то есть да. That's pretty discouraging, isn't it? И это может сильно обескуражить, не правда ли? Think about it. Просто подумайте об этой ситуации. How discouraged would you be?
Насколько вы бы были обескуражены? You finally figured out how to do what the Gaudiya Math was created to do, and now you can't convince one person to help you. Наконец-то вы делаете то, ради чего и был создан Gaudiya Math, и никто, ни один человек не хочет вам помогать. So, that has helped me a lot. Вот это мне помогло. And then Prabhupada told us, he said, you do not have a reason to be discouraged. I'm the only one who has a reason to be discouraged. И Прабхупада сказал, говорит нам, что у вас нет причин, чтобы быть обескураженными и лишенными вдохновения. Вот у меня были все причины для этого. He said, you have no right to be discouraged. Only I have a right to be discouraged, but I'm not discouraged. И он говорит буквально, у вас нет права просто быть обескураженными, лишенными вдохновения. У меня было право на это, но при этом я не был лишен вдохновения. I hope that helps somewhat. Я надеюсь, что это поможет. Or I hope it helps a lot. Надеюсь, что это действительно поможет. If it doesn't, you can ask more for more clarification. Если это не поможет вам, то вы можете еще задать вопросы, уточняющие это. Okay, next question. Mataji is asking, one Russian preacher said that the root of all family problems is that the wife is proud and considers herself better than her husband. After hearing it, I realized that it is exactly my case. And since that time, I am trying somehow to change this situation, but this problem comes again and again. So how can I get rid from my sense that feeling that I'm better than my husband, and instead of this, see myself and my husband in a healthy way? Вопрос такой. В лекции одного старшего преданного я узнала, что корень всех семейных проблем в том, что жена гордится тем, что она лучше мужа. Я очень четко поняла, что это про меня. С того времени пытаюсь как-то это поменять, но эта проблема периодически снова вылазит. Как наиболее эффективно убрать чувство своего превосходства, заменив его здоровым видением себя и мужа? I have the answer. У меня есть ответ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The question I would ask her is, what need is she trying to fulfill by... What need is that pride? Why does she says what? She's proud? What was it? She's proud. Yes, like somehow feel herself better than her husband. Yeah, maybe you are better. Да, может быть, так и есть. Может быть, вы действительно превосходите своего мужа. And even if you are, but still, you don't want to necessarily treat him that way. Но даже если так, то не обязательно относиться к нему таким образом. И стоит задать себе вопрос, какая моя потребность удовлетворяется вот таким образом. But why, let's just say, you're not better, but why do you need to feel better? Или не будем говорить, что вы лучше, но почему у вас есть эта потребность чувствовать себя лучше, чем своим мужем? That's the question you have to answer yourself. Вот такой вопрос можно себе задать. And within that answer, it may reveal a situation in your own consciousness that you need to work on. И ответив на этот вопрос, вы можете увидеть что-то в своем сознании, над чем вам нужно работать. There's, you know, our psychology is very complicated. There may be so many reasons you need to feel better. That are just like psychological problems, not spiritual problems. Наша психология, она настолько там усложненная, может быть, очень много причин, почему у вас есть эта потребность чувствовать свое превосходство. И это могут быть чисто психологические проблемы, не духовные. So I don't know the details, so I can't analyze it, but it's something to explore. Поэтому я не знаю подробностей, не могу проанализировать, но тут есть что поисследовать. And also, like I said, maybe you are better. Maybe he needs to listen to you sometimes. И так же, как я сказал, может быть, так и есть, что действительно вы в чем-то превосходите. Not every husband wants to listen to their wives, even if their wives know better than they do. Но не каждый муж захочет слушать свою жену, даже если жена лучше что-то понимает. So that's something you have to accept if he doesn't want to listen to you. И если он не хочет вас слушать, ну, надо это принять. Men generally don't like listening
to their wives. Обычно мужчины не любят слушать своих жен. Until they've been married about 25 years and they realize if they don't listen to their wives, life is hell. Took them takes them like 25 years to figure that out. Обычно мужчине требуется где-то 25 лет, чтобы понять, что если я не буду слушать свою жену, то жизнь превратится в ад. And then some of you are saying, I know plenty of men 25 years, they haven't figured it out yet. И вы можете сказать, ну да, так я знаю кучу мужиков, которые уже 25 лет женаты, но до сих пор этого и не поняли. That's also possible. Такое тоже возможно. A good wife tries to understand what her husband, what will make her husband happy. Хорошая жена старается понять, что сделает счастливым ее мужа. I think in your culture in Russia, it's more a little more traditional. Not as traditional as India, but maybe more than America. And so the husband, man feels comfortable when he's in charge. Я думаю, ваша культура в России, она более традиционная. Не настолько традиционная, как в Индии, но более традиционная, чем в Америке. И обычно мужчина чувствует удовлетворенность, когда он чувствует, что он главный. So you wanna be able to satisfy him. So возможно, that could be an impetus for you to know if your husband doesn't like your behavior, it's disrupting the relationship. You'll have a much better relationship if you're, just treat him with great respect. И, возможно, надо удовлетворить эту его потребность, и если есть такие сложности в отношениях, то вы можете понять, что отношения могут улучшиться, если вы больше уважения к нему будете. Okay, ladies, I'm going to give you a tool of the trade. Уважаемые женщины, a secret tool of the marriage trade. Секрет счастливых семейных отношений. If you want to get your husband to do anything, just compliment him. Если вы хотите, чтобы ваш муж сделал все, что вы хотите, просто скажите ему комплимент. Prabhu, you're such a good husband. Прабу, ты такой прекрасный муж. You are so understanding. Ты такой понимающий человек. You're so cooperative. Так легко с тобой, ты все время сотрудничаешь. And you're so strong. И при этом ты такой сильный. Can you take out the trash? And he's like, of course I'll take out the trash. And I feels great. Не могу ты вынести мусор? Он говорит, да конечно, сейчас возьму и вынесу. Я сделаю это. But if you say, you stupid idiot, every week I tell you to take out the trash and you don't, when are you going to, like, grow up? That's not going to work. Но если вам скажете, слушай, тупоголовый придурок, каждую неделю я тебе говорю, что ты мусор выносил. Когда ты повзрослеешь, козел? Это не сработает. No. It sounds funny, but it's true. Звучит забавно, но это правда. Is it true, Sankarshan Nitai? Yes, yes. So you control your husband by making him feel good about himself. Вы можете контролировать своего мужа, вызывая у него это чувство, чтобы он чувствовал себя хорошо в отношении себя, повышая его самооценку. It's funny, but it's true. Забавно, но так оно и есть. So you need to understand that. Вам нужно это понять. And if you're always putting yourself above your husband, he's not going to really like that so much. И если вы всегда себя ставите выше своего мужа, то, конечно, ему это не особо будет нравиться. There is another question from same lady on the same topic. My husband is a devotee, but as for now, my desire for spiritual life is greater than his desire. And because of that, he often tells me that I am fanatical. And as for now, I try not to touch, not to hurt him and allow him to practice in his own, with his own speed. But in the beginning, I was really surprised that my husband is not so inspired and doesn't follow some things. So my question is, how should I properly deal with my husband so that he wouldn't envy me? He himself said that he is envious that I am practicing better than him, and that he wouldn't feel discomfort, and that he continue
spiritual life in his with his own speed? And is it okay if I receive initiation earlier than my husband? Mm. Вопрос такой: мой муж преданный, но пока получается так, что мое желание заниматься духовной практикой больше, чем у мужа. И из-за этого муж обвиняет меня в фанатизме. Сейчас уже стараюсь не задевать мужа, пусть двигается в своем темпе. Но в самом начале действительно очень удивлялась, что муж чему-то не следует. Вопрос: как правильно себя вести с мужем, чтобы он не завидовал? Он и сам это осознал, проговорил. Не чувствовал себя некомфортно, но при этом продолжал идти к Богу, продолжать идти к Богу в своем темпе. Нормально ли, если возможно, что я получу инициацию раньше мужа? So is she saying the more she becomes Krishna conscious, the worse he feels about himself? Yes, something the more like he feels that. Like a failure or something like that? Yes, yes. То есть, похоже, Матша говорит, что чем больше она практикует, тем больше муж чувствует себя неудачником. Как-то похоже на это из этого вопроса. Probably they need to talk about this. Вероятно, им нужно обсудить эту тему. Because obviously that's not her intention. Потому что, очевидно, намерения у нее такого нету принизить своего мужа. And she has to make him feel that what he's doing is okay. That's what he needs to do, it's okay with her. But she has her own personal, you know, relationship with Krishna, and this is what she wants to do. And и, she doesn't want him to feel bad about that, and she needs his support. That should be the discussion. Нужно обсудить и сказать, что она нормально относится к тому, как он практикует, и к его жизни, но в то же время у нее есть свои отношения с Кришной и своя скорость духовного продвижения, и это надо обсудить. And if he doesn't want her to get, first they should have that discussion, and if she, he still doesn't want her to get initiated, then she'll have to consider if that's going to, if her getting initiated is going to create a big problem in the relationship. А если он не хочет, чтобы она получила инициацию, то ей надо обдумать, к чему это приведет, и не приведет ли ее получение инициации к большим проблемам в отношениях. In a perfect world, he would be happy. В идеале он должен был бы быть счастлив от этого. So maybe some of she could talk to some of his friends, and maybe they could talk to him. And... Может быть, она могла бы поговорить с кем-то из его друзей, а они могли бы поговорить с ним на эту тему. Sounds like a very macho attitude. Похоже, такое настроение мачо, очень такое мужское. You have the word macho in Russia? No. Мужлан, да, или как мачо в России? You understand macho? Yes, yes, very masculine. Spanish, uh-huh. It's Spanish. Uh-huh. Manly. Kishore Mani means like manly, macho. Uh-huh. Like not just manly, but like heavenly, как heavenly мужчина? Manly. Very мужлан manly. Или как по-русски? Мачо. Точно не мужлан, соглашен, дай бог. Не оттуда. Ну а как мачо? Мачо, ну, уже въелось. Maybe in Krishna conscious language it means false ego. I don't know. Ну, на языке сознания Кришны это значит ложное эго. Something like that, Кришори Мани. Что-то такое. Male ego, like the male ego. I'm a man, I'm better, kind of thing. Я мужчина, я лучше. Men are better. Мужчина. So we have to take in consideration that the male ego is like that. That's kind of normal. И для мужского эго это нормально так чувствовать себя. Especially in a more traditional culture, because the man is always in a superior position. Особенно в более традиционной культуре, там мужчины занимают более высокое положение. He can feel uneasy if he's not in that position. И мужчина может чувствовать себя некомфортно, если он не в таком положении. So, you know, have to understand that about the man. Надо понимать эти моменты. Even though maybe you think, well, if he were more Krishna conscious, he wouldn't be that way, and that may be true, but still, he is how he is, so it has, you have to somehow or other be sensitive to it. И вы можете думать, что если бы он был более сознающим Кришну, он бы так себя не вел, но он такой, какой он есть, и надо быть чуткой к этому. Same time you have your spiritual life. В то же самое время у вас есть ваша духовная жизнь, и вы не хотите идти в ней на компромисс. Married life is complicated. Семейная жизнь — это непростая вещь.
Maybe that should be the name of this class. We'll change the name. Married life is complicated. Or we have, that's a subtitle. Может быть, нам так назвать эту лекцию. Семейная жизнь — штука непростая. Actually, we finished all our questions, but yeah. I have a small question. Can I ask? I want to say something because it's really funny. Every brahmachari has this experience. Одну забавную вещь. У каждого брахмачари есть такой опыт. When I was a brahmachari, I had one plate, one bowl, one spoon, two kurtas, two dhotis, one pair of shoes, one sweater, and one bead bag. Когда я был брахмачари, у меня была одна тарелка, один стакан, две дхоти, две курты, один свитер, один мешочек с щетками, одна пара ботинок. And now that I got married, you come in our house, there's so many plates, there's so many bowls, there's so many kurtas, there's so many dhotis, there's so many this and so many that. И теперь, когда я женился, если вы придете к нам в дом, то у нас там куча тарелок, куча чашек, столько дхоти, столько курт, столько всего. So, what to speak of dealing, you know, with another person's mind and emotions. So it's complicated. Что уж говорить о том, чтобы иметь дело с умом другого человека, с его эмоциями. Конечно, это сложная жизнь. If you're not married, one day you'll just come home, everything's fine, and you'll find your husband or wife in a bad mood, and you have no idea, you know, what happened. You know, just... And you have to deal with it, because they have... Семейная жизнь бывает так, что вы возвращаетесь домой, а ваш супруг или супруга, вдруг у них плохое настроение, непонятно, что произошло, ничего такого не случилось, но вам надо как-то с этим разбираться. And you're thinking, today I did the same thing I do every day. But today, the same thing you do every day upset your spouse, and you can't figure out why. That's just the complications of being married. И вы думаете, сегодня я делал то же самое, что делаю каждый день. В чем проблема? Но так или иначе, то же самое, что вы делаете каждый день, сегодня вдруг расстроило вашу вторую половину. И надо с этим разбираться. Yes, you have that experience. Anybody have that experience? Есть у вас такой опыт? They have a... They have this thing on Google. It says the emotions a woman goes through in one day, and it has little emoticons with different emotions. В Гугле есть такая вещь: эмоции женщины за один день, и там разные эмодзи, но такие лица, да, показывают список эмоций. And it has like 50 different faces of 50 different emotions that a woman goes through in a day. И там 50 разных эмодзи, выражений лица, это эмоции, которые женщина проживает за один день. А в отношении мужчины там два или три таких эмоций. One is he's waking up. Первое, это он пробуждается, глаза открывает. Next, he's just got a face that looks like this. Дальше у него вот такое лицо. And next, he's going to sleep. И третье, это он засыпает. So those are the three emotions of a man. Три эмоции мужчины. So, you know. It's kind of a, you know, if a man's never been close to a woman, then, you know, he's in for all kinds of surprises. Поэтому если мужчина, он никогда не общался близко с женщинами, то его ждет много сюрпризов в семейной жизни. She's probably in for some surprises also, because she doesn't always know why she feels that way. И женщину тоже будут ждать сюрпризы, потому что она тоже не может не знать своих эмоций. So you had another question? Yes, I hope that it's relevant, but I'm really curious. In Russia, we always were taught to address every lady as Mataji. Mm-hmm. And we were taught that this is proper way to see her as a mother, and this is respectful way, and it's Vedic culture, and this is ISKCON culture. Mm-hmm. But somehow recently I see that in the West they call ladies Prabhu, and somehow they don't call them Mataji. So my question is, what is proper and what Srila Prabhupada established? Well, I'm really confused. Prabhupada did both. У меня вопрос такой, что нас учили в России обращаться к женщинам как к Матаджи, а сейчас я вижу, что на Западе обращаются к ним как к Прабу. И вот вопрос, как правильно и как Прабхупада делал. И говорят, ответ такой, что Прабхупада и так обращался. Yeah, this is one of those arguments that'll never be settled.
То есть это один из споров, который никогда не происходит. Some of the older women say, will say, don't call me Mataji, because Prabhupada never called me Mataji. He called me Prabhu. So that's what I want to be called. Некоторые старших женщин скажут, не называйте меня Матаджи. Прабхупада меня никогда не называл Матаджи, он называл меня Прабху. So sometimes it depends on what the woman wants, how she wants to be addressed. Поэтому зависит от того, как женщина хочет, чтобы к ней обращались. And some feel the word Mataji in the mind of some men is, has a derogatory sense, so they don't like it. И некоторые считают, что слово Матаджи какой-то пренебрежительный оттенок имеет, и некоторые женщины этого не любят. You know, something like the Prabhus will take prasadam here, and the Matajis will take prasadam there. You know, it has derogatory, you know, like ну, то есть, примерно так. Second-class citizens, the Matajis, second-class citizens. So some women feel like it's just become the name of a second-class citizen. То есть Прабу будут кушать здесь, а Матаджи вот там они пусть поедят. То есть что-то такое, как второсортные существа, и вот некоторые Матаджи с этим у них ассоциируются. У некоторых женщин, прошу прощения, такие ассоциации, что это как второсортные. I don't think in India that's true, but it could be true in some Western countries. In India it is not true or it is true? They understand Mataji, you know, it's not derogatory. They won't say it in a derogatory way. В Индии нормально, никто никогда не использует это как-то пренебрежительно, это обращение Матаджи, но в других странах может быть такое. I have a friend, he said, you know, when I heard this word Mataji, he said, I don't know, because when I was a teenager, I was a rascal, and I used to spit on my mother. So the word Mataji for me is like, it's not a respectful term. So, you know, what do you do? Один мой друг сказал, что когда я услышал слово Матаджи, я как-то не мог его понять, потому что в детстве я ругался и плевался на свою мать. Поэтому для меня это слово, оно как бы ни с чем не ассоциируется. So at least if you call a woman Mataji, it should be a sign of respect. Поэтому, по крайней мере, если уж обращаться Матаджи к женщине, то это надо делать уважительно. Maybe you can do a sociological study and find out from the men in Russia, when you say the word Mataji, what's going on in your head? Does that denote that they're second-class citizens in ISKCON? Может быть, надо провести социологическое исследование в России и узнать, мужчины, когда они обращаются к женщинам как Матаджи, что у них в голове происходит. Maybe. Есть ли такой оттенок пренебрежения, как второсортным Прабу. Если такое есть, то лучше обращаться к женщинам как к Прабу. Even though Prabhu is a masculine word. Даже хотя Прабу — это мужское слово. You see, sometimes Prabhupada said we should call everyone Prabhu. We should address everyone. You know, everyone you should see as master. So it's kind of a philosophical statement, maybe less of a practical one. But he did call women Prabhu. So what to do? Иногда Прабхупада говорил, что нам ко всем надо относиться как к Прабху. И иногда Прабхупада тоже женщин назвал Прабху. С этим тоже надо ничего не поделаешь. I know certain older Prabhupada female disciples do not like being called Mataji, and I never call them Mataji because I know they don't like it. Некоторые старшие ученицы Прабхупады не любят, чтобы их назвали Матаджи, поэтому я никогда так к ним не обращаюсь. Им это не нравится. And some would feel awkward if I called them Prabhu. А некоторым будет очень неловко, если я их назову Прабху. So that's kind of where it stands, at least in my world. Sorry? That's kind of how I see it. Вот так я вижу эту ситуацию. Okay. You know, and if the culture in Russia is to call women Mataji and you call them Prabhu, you may have to go to court and defend yourself. И, а в России, может быть, ситуация такая, что к женщинам обращаются как Матаджи. Если вы кого-то назовете Прабу и женщин, то вас в суд вызовут. You may not want to create waves like that. И мы не хотим создавать какие-то конфликты. Thank you. Anyway, it's a cultural thing. Just another. There'll be many cultural issues like that. То есть это культурный вопрос культуры, и есть много таких вопросов, связанных с культурой. I think some of you ladies would feel really weird if men called you Prabhu. Я думаю, некоторым из женщин будет очень неловко как-то, если мужчина вас будет называть Прабу. Nadia Prabhu. Nadia Prabhu. It may in Russia may not work. In America, nobody would really think much about it.
В России это может не сработать, а в Америке никто даже внимания не обратит, если так. In India, you'd get laughed at pretty much, because you're calling a woman basically a male, using a male word to call a woman. В Индии вас насмех поднимут, если вы к женщине обращаетесь с таким мужским обращением. But still, we should see everyone as Prabhu. That's the point. Но при этом мы должны на каждого смотреть как на Прабху. Вот, and for some men, that's going to be hard to see women like Prabhu. Но для некоторых мужчин будет трудно смотреть на женщин как на Прабху. Mataji gives them more room for interpretation. Обращение Матаджи больше для них создает возможности для как бы. Prabhu is very clear. You're master. I put myself below you. Прабху тут все очень ясно. Ты господин, я ставлю себя ниже. Mataji, you can fit in any compartment in your brain you want. Обращение Матаджи можно в любой раздел своего мозга вставить, так как вам. Even though it should be above mother, you're my mother, so I respect you. You may have not respected your mother, so what to do? Хотя, по идее, это должно быть как вышестоящему человеку обращение, как к матери. Вы должны уважать свою мать, но в вашей жизни, может, вы и не уважаете мать, и вы можете это слово интерпретировать, как захотите. Ladies, you should know it's good for men to see you as mother. Но женщины, вы должны понимать, что для мужчин хорошо относиться к вам как к матери. It's a very pure way of seeing women. Это очень чистый способ отношения к женщинам. It kind of neutralizes any illicit thought about a woman if you see her as mother. Это нейтрализует все неправильные, незаконные мысли по отношению к женщине, если вы относитесь к ней. You know, this story in the Bhagavatam or Mahabharata, where this one apsara was trying to seduce Arjuna, and Arjuna kept calling her mother, and she kept saying, "Stop calling me mother," because she wanted a conjugal relationship, and he saw her as mother, so he couldn't. So that's why we use that word mother. Знаете эту историю из Махабхараты, как одна апсара хотела соблазнить Арджуну, а он все время называл ее матерью. И она ругалась на нее, перестань называть меня матерью, потому что она хотела супружеских отношений с ним. Вот так вот. That's funny, huh? Забавная, да, история. Don't call me mother, call me honey. Не называй меня матерью. Называй меня милая. Call me sweetie pie. Называй call me darling. Don't call милашка, me дорогая, любимая. He kept saying, "No, mother. I see you as mother." Он говорил, нет, мать, нет, матушка, я вижу тебя как мать. So that word is meant to insulate the men from any illicit thoughts about women. Поэтому это слово, обращение, призвано оберегать мужчину от любых незаконных, неправильных мыслей по отношению к женщине. Вот в этом идея. Okay, thank you. Chanakya Pandit, learned man sees every woman as mother. Chanakya Pandit говорит, что ученый человек к каждой женщине относится как к матери. Okay, anything else? No, thank you so much for this enlightening class, for answering the questions and helping Russian ladies. And men also. I think we helped the men today a little. Yes. Also. Yes. Да, я сказал спасибо, что помогли русским женщинам, ответили на вопросы. Махатма сказал, и мужчинам тоже мы помогли сегодня. You know, I have a god brother who initiated only one disciple. У меня есть духовный брат, который дал инициацию только одного человека принял ученичество. And the only vow he made him take was to be kind. To be a kind human being. И единственный обет, который он у него взял, это обет быть добрым человеком. And many years ago I was in Bangalore and they said, "Can you give a lecture on grihastha life?" And that's what I said. I only said one thing. I said, "Just be nice to your spouse." Много лет назад я был в Бангалоре, и меня попросили дать лекцию о жизни грехас, и это единственный момент, который я обозначил в этой лекции. Просто будьте хорошим человеком, будьте добрым человеком в своей второй половине. Sometimes the most difficult thing in the world is to be nice to your spouse. И иногда самая трудная вещь на свете — это по-доброму относиться к своей второй половине. Which is crazy to say,
Because we're devotees and we're supposed to be kind to everyone. Это звучит как безумие, потому что мы преданные, и по идее мы должны по-доброму относиться ко всем. Yes, I'm kind to everyone except my spouse. Да, я по-доброму ко всем отношусь, вот кроме своего супруга или супруги. That is not our philosophy. Но наша философия не такова. I haven't seen that shloka yet. Я не видел еще такой шлоки, которая бы это предписывала. Compassion for all living entities except your spouse. Проявляйте сострадание ко всем живым существам, кроме своей половины. But sometimes it ends up like that. Но иногда вот так все и оказывается. So this is the underlying principle of all marriage principles. Be kind to your spouse. И это базовый принцип всех семейных отношений. По-доброму надо относиться к своей второй половине. And be kind, especially when it's difficult to be kind. И особенно эту доброту надо проявлять тогда, когда трудно ее проявлять. Because every unkind act you perform in marriage degrades your marriage. Потому что каждый недобрый поступок или каждое недоброе дело ведет к деградации вашей семьи. Think of your marriage and it's you can give different grades to your marriage: A, B, C, D, F, like we do in school. Если подумать о вашей семье и, допустим, разные такие уровни, разные классы А, Б, В, Г приписывать. And every time you're kind, the grade gets better. Every time you're unkind, the grade gets worse. То есть и каждый раз, когда вы проявляете доброту, эта оценка 5, 4, 3, 2, она увеличивается. А когда не по-доброму общаетесь, то она... Often when you look at a bad marriage, it's a mathematical equation. How many bad words were spoken? And you look at a good marriage, how many good words are spoken. And then you do the math and you can understand the status of the relationship by how the kind and unkind words that they share. И часто, если вы посмотрите на семейные отношения, то это просто как математическое уравнение. Плохие отношения, можно посчитать, сколько плохих слов было сказано. Хорошие отношения, можно посчитать, сколько хороших слов. И вот оно и получается так. Simple, right? Mm-hmm. Get out a little clicker. Every time you say something kind, click it. Have two clickers, one on each finger, and these unkind, you click it. And you have to have five more times on the kind than the unkind, otherwise your marriage goes down. То есть надо два счетчика купить на правую руку и на левую руку. И когда говорите что-то хорошее, то на одном щелкать, а когда что-то плохое, на другом. И вот надо, чтобы хорошего было в пять раз больше, чем плохого. А иначе семейная жизнь будет ухудшаться. So, ladies, when you come home and you see a dirty plate in the sink, and you say, "Why did you wash your plate? I told you to wash your plate. What's wrong with you?" Then you have to say five nice things after that to make up, to get it back to zero. Поэтому, уважаемые женщины, когда вы придете домой и увидите грязную тарелку в раковине, и скажете: "И почему тарелку не помыл? Я тебе сколько раз говорила, чтобы мыл посуду за собой." После этого надо сказать пять хороших вещей, чтобы к нулю свести этот пункт. Remember the two counters you have. Помните два счетчика. Every unkind word, you have to five kind words to balance it out. Чтобы уравновесить каждое недоброе слово, нужно сказать пять добрых слов. My philosophy is no unkind words, only kind words. Моя философия такова: ни одного недоброго слова, только добрые слова. That's what works the best. Вот это лучше всего работает. If you want a problem-free marriage, just only speak kind words. Поэтому, если вы хотите безоблачную семейную жизнь, то говорите только добрые слова. And if you don't only speak kind words, then ask yourself a question. Sorry, if you don't speak only kind words. И если вы так не делаете, не говорите только хорошие слова, тогда задайте себе вопрос. And the question is, what kind of devotee am I? И вопрос такой: что же я за преданный? That's the question, and you can answer it. Вот такой вопрос, и затем ответьте на него. If I cannot only speak kind words, what kind of devotee am I? Если я не могу говорить только добрые слова, то что же я за преданный? Okay, we'll end with that advice. I think that's practical. На этом мы закончим. Я думаю, это очень практический совет. Thank you for listening to me. Спасибо, что послушали меня. Hopefully, I said something in the last hour and a half that's helpful. Надеюсь, я сказал что-то за эти полтора часа. At least one thing you can use. Хотя бы одну вещь вы можете. Hopefully. Надеюсь. Hare Krishna. Hare Krishna. Nice to see you all.
Рад видеть вас всех. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Гоу Премананди, хари хари бол. Thank you.